Капитан молодежной сборной России Николай Макаров с нами. Коля, вчера сборная Белоруссии потерпела тяжелое поражение. Были готовы к тому, что они так бодро начнут и так побегут вперед? Да, они не бодро начали. Мы, в принципе, неплохо играем, только не реализовываются моменты. Было много удалений, надо было забивать. Пропустили ненужный гол. Контратаки ненужные пропускаем. Сейчас подумаем, исправим, и все будет нормально. Что нужно сделать, как перегруппироваться, чтобы, может быть, нейтрализовать вот их преимущества и реализовать наши? Надо не пропускать такие контратаки, немного взаимодействия наладить. И сейчас свои голы забьем и выиграем матч. И атмосфера на трибунах, наверное, должна помочь. Да, спасибо болельщикам, сегодня их больше, чем мы играли с национальной сборной. Приятно, когда приходят поддерживать, все-таки играем дома. Приятно очень. Уже удалось сыграть против национальной сборной России. Понятно, что это турнир домашний, но какой-то азарт просыпается. На кону сейчас игра в финале завтрашнем. Нужно ли что-то дополнительно объяснять ребятам или все заряжены? Нет, все понимают. Важность этого матча все-таки выход. Матч за выход в финал. И было бы интересно, если бы там были две сборные России, а не сборная Белоруссии и России. Так что будем стараться. Удачи, спасибо. Спасибо.